дачный сезон подходит к концу, а это значит, что пора навести порядок на своем участке. Лунный календарь обозначил несколько дней, когда еще придется немного поработать. С 16 по 18 октября занимайтесь очищением почвы от сорняков, но не пытайтесь пересаживать растения. Сейчас не время для этого. Следующие два дня уничтожайте вредителей и рыхлите почву, а с 21 по 23 октября устройте генеральную уборку на своем участке и наслаждайтесь порядком. Партнер рубрики «Лунный календарь» – ЗАО «Сады Зауралия». В магазине «Саженцы» в поселке Корчевская роща можно приобрести различный посадочный материал. В продаже имеется более 40 видов перспективных и районированных сортов – яблони, груши, сливы и абрикосы. Также покупателям предлагается богатый ассортимент ягодных и декоративных культур. Вы решили провести выходные в загородном доме, тогда вам точно придется позаботиться о вкусном ужине. Наш постоянный зритель Андрей Чудинов расскажет нам о том, как приготовить кролика в сметане. Для приготовления нам понадобится разделанный кролик, предварительно мясо желательно замочить в маринаде на сутки, сметана, лук-порей, морковь, чеснок, растительное масло, сливочное масло, соль, перец, приправа майоран, немного муки и парочка груш. Ну что, Андрей, приступим, с чего мы начнем? Ну, сначала мы порежем лук. И морковь. Лук режем кольцами, да? Верно. Теперь обжариваем лучок и морковку на раскаленной сковороде с небольшим добавлением подсолнечного масла. Пока у нас готовится поджарка, мы займемся мясом. Тщательно обмазываем солью и перцем кусочки. Андрей, вы так ловко справляетесь с мясом, вы что, так часто его готовите? Я каждую выходную хожу в магазин весной и беру что-нибудь там. На прошлых выходных я лично брал шашлык, готовый там. И я готовил его вместе со всей семьей. Всем очень понравилось. Мы расскажем вам один кулинарный секрет. Для того, чтобы мясо сохранило свою сочность, нам нужно его обжарить в течение 5 минут. Кролика желательно обжаривать на сливочном масле до румяной корочки. Пока Андрей справляется с мясом, я подготовлю груши. Фрукт нужно нарезать соломкой, затем в емкость, которая позднее отправится в духовку, кладем пережаренный лук и морковь. Теперь выкладываем мясо в нашу форму для запекания. Для того, чтобы мясо было ароматным, добавим туда 5 зубчиков чеснока. Теперь уж точно домочадцы не смогут пройти мимо кухни. Сверху кролика нужно укрыть фруктовой соломкой, которую мы заранее подготовили. Затем можно заливать сметаной и отправлять в духовку до готовности. Для праздника или простого семейного ужина в мясную вам предложат мясо индейки, кролика, утки, гуся и кур, выращенных в Заурале на экологически чистых натуральных кормах. Вкус готового блюда зависит от качества мяса. В мясном вы сможете приобрести только свежую продукцию, поэтому ваше блюдо будет отменным, а гости довольны. Приобрести продукцию можно по адресу: улица Родионова, дом 60, улица Сухебазара, дом 13 или в торговой точке в 6-м микрорайоне, дом 10. Теперь кролика не стыдно подавать к столу. Приятного вам аппетита! Если вы ищете неповторимые шторы, ламбрикены или тюль, приходите в салон «Евростиль». Оцените огромный выбор тканей, покрывал и многого другого. Шторы «Евростиль» – стиль совершенства. Широкий выбор уже готовых добрых окон на Куйбышева 35 и Некрасова 15. Приезжай и забирай. Компания «Гивия» предлагает противоскользящее и травмобезопасное покрытие собственного производства. Отличное решение для вашего крыльца, детской площадки или пандуса.